Приветствую всех, с вами Борис Маркелов. И сегодня я вам расскажу, что из себя представляет бот «Дари, получай». Телеграм-бот «Дари, получай» представляет из себя автоматический алгоритм распределения подарков. Многие, наверное, слышали, что ранее были кассы взаимопомощи. Вот на этой основе все и распределено. Это делящиеся матрицы. Когда вы заходите, вы становитесь дарителем. В матрицах 8 участников. Эти 8 участников дарят одному человеку подарки от 1000 рублей и более. Когда человек получает 8 подарков, доска делится, и те люди, которые находились в создателях, они становятся получателями. И так до бесконечности. Можно делать реинвесты от 1000 рублей и выше. Если вы желаете участвовать в данном телеграм-боте, я буду благодарен и рад за вас, что вы приняли правильное решение. Бот проверенный, я лично его проверил, я уже несколько подарков получил себе на карту. Себе на карту Сбербанка, себе на карту Тинькофф, куда хотите, туда и посылайте. Здесь нет как такового админа и общей кассы, поэтому бояться здесь нечего. Единственное, что вы должны учесть, что данный телеграм-бот, он для тех, кто желает участвовать в общей жизни сообщества «Дари, получай». Ссылка на предварительную регистрацию под этим видео. Нажав на кнопку «Получить ссылку», вы свяжетесь с тем человеком, который вам сгенерирует ссылку, и вы по ней зарегистрируетесь. Имейте в виду, что ссылка работает в течение 15 минут. И в течение 24 часов у вас будет возможность сделать подарок. Если вы этого не сделаете, то ваш бот будет заблокирован на 72 часа. Поэтому, если вы готовы сделать свой первый подарок 1000 рублей, то милости просим. На этом заканчиваю. Всем привет!